see you, my honey, again. All that I want to be with you, and more and more. Очень смешно. Ухожу в керлинг. Александр Евгеньевич, подъем. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, которая вся страна, автоматически становится... Рот, и только попробуй выберусь. Алло. Спасибо за будильник, любимый. За какой будильник, любимый? Который ты засунул под кровать, любимый. Любимый, это шутка на уровне второго класса. Понятно. Ты уже домой едешь? Ага, только ладусь. У меня за ночь вообще голяк. Я полночи ремонтировал, столько одного клиента довез, прикинь. Так что придется еще днем бомбить. Подожди, Олег, ты же обещал, что Сашку в поликлинику сводишь. Он кашлял опять всю ночь. Ладусь, ну толку от этой поликлиники. Я тебе говорю, поедем на море, все у него пройдет. Ну правильно говорю, ладусь. Ладно. Я пошла завтрак готовить. Пока. Сань, Олег не сможет тебя отвезти. Собирайся, поедешь со мной на работу. А поликлиника? Попробуй отпроситься. Кстати, еще раз засунешь будильник мне под кровать. Мам, ну это правда не я. Ой. Это у дяди Олега шутки на уровне второго класса. Мы договорились, что ты будешь называть Олега папой. Хорошо, это у дяди папы шутки на уровне второго класса. Все, брысь, чистить зубы. Хоть 3 минуты не буду тебя слышать. Может, успею кофе попить? Нет. Ничего, с утра найти не могу. Так где? Это просто полтергейст какой-то. Я не понимаю, это у меня часы настолько опаздывают, или ты действительно вылезла из постели в 8 утра? А ты меня когда-нибудь слышишь или только делаешь вид, что слышишь? Я тебе вчера 3 раза говорила, что с утра встречаю свою подругу Карину, которая прилетает из Рима. Я уже опаздываю, пипец. А Карина — это у нас экстрасенс, которому ты по каждому чиху бегаешь, да? Почему по каждому чиху? И, между прочим, она не экстрасенс, а астролог. Вообще, чего я оправдываюсь? Мне и так мало времени. Вера, ты меня можешь в следующий раз предупреждать, когда ты выпускаешь свое животное гулять по квартире? Ага. Милый, Леонард сейчас гуляет по квартире. Да, вот как-то так. Только в следующий раз, до того, как я валюсь кофе, хорошо? Ага. Рядовой Касаткин, команда на выход дана была 5 минут назад. Давай, 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 Саня! Так. Привет. Фу, напугал меня. Малыш, правда, прости, не знал, что так получится. Да ладно, я завтра приготовила, кофе сварила. Не, я вначале в душ. А, хорошо, только я тебя прошу, поспи хотя бы часик. На юге выспусь, конечно, если ты дашь мне выспаться. Здорово, банда! Здоровее, Виталий! Сань, мы опаздываем. До вечера. Нет, нет, нет. Машина остается дома, не хватало, чтобы еще клиентам ноги подшибал. Прости за любопытство, а что твоя Карина делала в Риме? Там был слет шарлатанов или начался сезон распродаж? Милый, ты можешь шутить сколько угодно, но, между прочим, Карина другая, чем ты ее себе представляешь. Она стильная, умная, образованная женщина. Между прочим, у нее клиенты в Риме. И не только в Риме, по всей Европе. Застегни. Стильная, умная, образованная экстрасенс-астролог? А она, случайно, в книгу рекордов Гиннесса не занесена, нет? Не знаю, спрошу. Мы ушли! Счастливо! Если не берем машину, тогда обедаем в Макдональдсе. Хорошо, тогда на твой день рождения идем в музей. Тогда я целый год не мою посуду. Ты не ешь мороженого. Блин, ну давай хотя бы пиццу закажем. Саня, я еще раз услышу слово «блин». Ладно, я понял, тебя не переспоришь. Мам, мы, кажется, опаздываем. Или нет? Мне кажется, я кое-что забыла. Ты езжай, я сейчас. Thank you.
сегодня буду поздно, мне нужно по магазинам прошвырнуться, всякие там пляжные причиндалы купить. Надеюсь, ты про море не забыл? Не забыл. Но, честно говоря, я не очень понимаю, почему нельзя подождать и поехать отдыхать вместе. Я разгребусь через месяц. Да ты мне уже 2 года обещаешь разгрестись через месяц. Мне еще сколько ждать, а? Ну, а если ты вдруг приревновал, то напоминаю, что я еду не одна. Я еду со своей подругой Кариной, ее мужем и дочкой. И, если честно, я не понимаю, почему нельзя отложить там всякие свои фьючерсы, взять твою дочь и отдохнуть с семьями. Тем более, что я так хочу найти со Светой общий язык. Все. Все, давай закроем эту тему, потому что я уже устала обижаться. Покорми, пожалуйста, Леонардика, как корм в холодильнике. Ух ты ж! Владусь, ты вообще напугал. Чем? Хочешь, чтобы Кондрати меня хватил? А что случилось? А там машина твоя мешает. Просили переставить. Кто попросил? Женщина какая-то. Елка, ну хорошо. Не понял. А что ты не понял? А, просто котенок попросила переставить машину к ее дому. Я и подумала, чего тебе сюда-туда мотаться? Ты понял теперь, тигренок? Владусь, подожди, я могу все объяснить. Ты мне полгода назад уже все объяснял. А теперь пошел вон. Лада! Мам, а ты что, папу из дома выгнала? Еще раз назовешь этого козла папой. Buongiorno, signore. Mio mare cantare. Andreano Celentano. А, Сюзанна. Сюзанна, мора. Выкатите, у нас люди смотрят, не пишите. Ну что такого, дорогая моя Верунчик, ну я соскучился. Я целую неделю без твоих прекрасных глаз. Так, глаза поднял и быстро в машину. Бабене? Бабене, сеньора. Примавера, белиссимо море. Боря, покатите. Ну что такое? Ну я соскучился, ну правда. Я ну, что прекрасно тебя понимаю, Боречка. Но у тебя будет 2 недели. Что? У тебя будет 2 недели, Боря. У тебя что, получилось? Конечно, завтра я еду со своей мифической подругой Кариночкой, ее мужем и ребенком в Крым на 2 недели. Та-дам! 2 недели! Да? В Крым! Да! Ты сделала это, у тебя получилось! Умничка моя, котлеточка! Слушай, ну это же прекрасно! Скажи, а что, почему в Крым? У мужа дела плохи, да? Сплюнь, ну тебя. Просто я не хочу, чтобы нас кто-то увидел, и все. Да черт с ним, в Крым так в Крым. Да? Какая разница, где нам с тобой из постели не вылезать, да? Ой, убери руки, Карина. Какая же ты все-таки нимфоманка. Лада, мам, ну перестань. Москва слезам не верит. Жизнь вообще, 40 лет только начинается. Тебе всего-то 8 лет потерпеть осталось. Спасибо, сынок. Утешил. Нет, продавщицы, нету. Я не могу поехать. Опять опоздали. Я в Си. Нет, нет, я один. Я как теперь, в поликлинику отпрашиваться будем? Хорошо. А? Я же сказал, я обязательно заберу. Так, я тебя наберу попозже. Слушай, Калинин, ты часы имеешь? Ты совесть имеешь? Нет, ты только меняй. Скажи спасибо, тут дети. Рустамчик, прости, но мы же совсем на чуть-чуть опоздаем. Слушай, а хочешь, я тебе зарплату чуть-чуть отрежу, а? Если ты еще один раз уволю, опоздаешь. Еще один раз опоздаешь, уволю. Поняла? Поняла. Каждый день. А? Помню. Совсем совести нет, совсем. Рустамчик, прости, я тебя спросить хотела. Что ты же? Ты что, не видишь? Я уже ушел. Что ты хотел спросить? Нет, нет. Ничего. Что? Все? Я пошел. А ты когда вернешься? Работать надо! А ты уже соскучился! Нет, это нравится! Когда вернусь, тогда вернусь! Нет, вы посмотрите, а! Работать надо! Люди не идут! Что, отпрашиваться не будем? Да он бы все равно не отпустил. Просто закроем магазин и уйдем? Цветы утром все равно никто не покупает. Ждем 10 минут и уходим. Понятно. Ha ha ha!
Капризка, сеньора, я совсем не говорю по-русски. Боречка, ну отвлекись, ну расскажи, ну как съездил, ну? Да лучше бы я не ездил. Носух нет, нигде. Все есть. Лемуры, удавы, крокодилы. Носух нету. Я по всей Европе, как блоха, туда-сюда говорю, дайте две, ну пять, ну одну в зародыши дайте хотя бы, я его лично грудью вскормлю. Нет. А жена олигархов, тело мое изможденное, на части рвут. Борис Михайлович, дайте нам носух. Тренд у них, носухи. Кстати, Леонарду компашечка не нужна? Нет, спасибо, это ты так мужа достает. Боря, прекрати. Как я хочу ноги эти. Подожди, муж звонит. О, наш муж. А, да, милый? Привет, дорогая, как дела? Привет, все хорошо. Я вот Кариночку отвезла, еду по магазинам. А что? Просто я тут долго думал по поводу нашего утреннего разговора, и знаешь, наверное, ты права. В чем права? В том, что я уделяю нашей семье гораздо меньше времени, чем работе. Наконец-то ты это понял. В общем, я все уладил, и мы сможем поехать на море вместе. Ты, я и Света. Алло. Вер. Алло, Вер, ты меня слышишь? Да, милый, просто это все как-то неожиданно. А это уже точно, да? Абсолютно. Я сейчас еду за Светой, и мы присоединяемся к твоему шопингу. Вы как будете в центре, позвоните. Я пока наберу Кариночку. Обрадую. Передавай привет. Ну все, пока. Ну и что он сказал? Тебе привет. Дурак, мы едем втроем в Крым. Зачем? Сынок, ты как? Ты здесь хочу. Потерпи. Вы что? Вы как? Вы что, не видели, что мы тут идем? Простите, но это у вас надо спросить. Вы что, не знаете, что переход там, где знак, а не там, где хочется? А вы что, не знаете, что максимальная скорость в городе – это 60, а не столько, сколько хочется? Простите, вы что, хотите сказать, это я виноват, что вы как курица бросились ко мне под машину? Кто? То, что вы купили такую машину, извините, не дает вам никакого права хамить женщине. Простите, я не хамлю, я констатирую факт. Вы констатируете факт? Что вы хам? Скажите спасибо, что у меня еще не та комплекция, а то надавала бы вам по физиономии. Вот, сынок, запомни номера дяди. Вырастешь, сделаешь маме приятно. На день рождения? Да хоть на Новый год. Пошли, у нас и так сегодня куча времени на идиотов ушло. С вас 15525 рублей. Что, простите? За капусту. И это еще со скидкой, как оптовику. Да как это я не еду, когда я должен ехать, Вера? Боря, да успокойся ты. Да что значит успокойся? Я неделю тебя не видел, еще две не увижу. Но это безумие! Этого не может быть! Да нет, Вера, ну я сойду с ума, так нельзя. Боря, прекрати истерику. Ты думаешь, мне хочется переться в этот Крым со своим мужем и его дочкой Светой? Еще вопрос, кому из нас хуже. Так, давай мне корм для Леонардо, и я поехал. Тарас, быстро, стакан сверчков и упаковку за автобусом, быстро! Пойдем, Борис, пожалуйста, пойдем. Держи себя в руках. А я муж ждет. Я заеду, вечером попрощаюсь. Мы только встретились, и уже попрощаться на Веру, но этого не может быть. Ну, хорошо, я прошу. Ну, надо что-то придумать, Вера. Боря, что придумать, что? Ну, я не знаю, ну подсыпь ему в чай что-нибудь в конце концов. Ты что, влезешь? Ну, я просто очень хочу поехать. Ну, тогда мне был Борисик, стал Карюсик. Как тебе такой вариант? Или еще жену с ребенком? Какую жену? Какого ребенка? Вера! Что? Я еду в Крым со своей лучшей подругой Кариной, ее мужем-ребенком. А ты можешь быть мужем. Ну как я... Каким мужем? Ну тут... Слушай, это идеально. Как просто. Ты у меня гений. Ты как? Я не додумался сам. Стоп! А где я найду до вечера жену и ребенка? Ты своих носух как-то находишь? Подожди, Вер, что? Разберешься, я думаю. Причем здесь носухи? Притон! Я прошу тебя, остановись. Все, звонимся. Я молю тебя, останови. Борис Михайлович, тут корма привезли, нужно накладные подписать. Вер, ты замужем? Нет. А дети есть? Нет. Не успеем. Вообще ничего не успеем. Еще звонил начальник налоговой по поводу носуха.
Меня ни для кого нет. Надя, спасибо. Пожалуйста. Нашел? Это не так просто, как выяснилось. Удачи. Спасибо. Девочки, я уехал. Я позвонил всю Москву и ничего. И тут меня осеняет. Андрюха же у него целая швейная эта фабрика, ты понимаешь? Слушай, ты говоришь, у тебя этих одиноких мамашек. Ну, да? Да, чё? Ага, дорогой мой человек! Спасибо тебе огромное. Девочки! Если какие юбилеи или праздники милости, спасибо, просим, да, к нам. Спасибо. Если у снохи юбилей, если... Извините. О, кто к нам пришел? Молчи, молчи, я сам повод угадаю. Ты нашла новую перспективную работу и пришла на старую сказать все, кранты. Просто, Амчик, прости, просто Саньку надо было в больницу срочно, у него бронхит замучил. Это ты меня замучил, Калинина. Так, шорты и футболки я сложила, а еще нашла вот это. Скажи, это Вижа тебе подарила? Или у тебя самого случился приступ безвкусицы? Там на лейбле написано, у кого случился приступ безвкусицы. Я тебя прошу, прекрати искать Вере одни недостатки. Она хочет с тобой подружиться. Сделай шаг навстречу. Ладно. Если я не буду подкладывать ей в чемодан тарантула, это будет считаться шагом навстречу? Ну, безусловно, да. Что, уже подбросила? Ничего. В глаза смотри. Так, я пойду проверю. Если я не говорю, там ничего нету. Что я сказал? Значит так, да? Так, все, все, женщина, иди, не мешай работать. Хорошо, иди. Тогда рассчитай меня за эти полмесяца. Какой рассчитай? Я тебя не рассчитаю. Сколько раз ты опоздала? Сколько моей крови выпила, а? Нет, все, это ты мне должна. Иди, то есть ты иди. Не заплатишь? Нет. Ты в больнице была, а ухи не прочистила. Я тебе платить не буду. Иди. Да иди. Пошел ты! Ты думаешь, я унижаться буду? Да фиг тебе! Пошли, сынок. Ты ж гордей какая! Завтра придешь проситься будешь, я тебя не возьму. С тебя пользы, как с баран молока. Кизир Марта. Подержи. Сам ты, Киржим, морда! Мама, что это было? Жесточайный сынок. Вырастешь, никогда так не делай. Калинина! Я знаю, где ты живешь! Значит, так ты хочешь со мной поехать. Значит, нужно было не пол Москвы объехать, а всю. Борис, так ты лучше не беси меня. Борис! До конца. Держись, Карин. Я всегда, ты знаешь. Угу. Что-то случилось? Ой, там это вообще у этого мужа, у Карининого мужа, представляешь? Аппендицит. Да ты что? Ну, там, говорят, плохо все. И скорая приехала, две. Говорят, резать у него даже и хуже. У дядьки моего этот самый, ну... Перитонит. О, да. Да-да. Угу. Перетонит, представляешь? А чего они хотели? Они же это, батву жрут, они же вегетарианцы. Вот, видать, она и застряла там. Вообще-то у вегетарианцев аппендицит бывает крайне редко. О, что-то я перепутала. Точно. А, да, конечно. Это она вегетарианка, а он нормальный. Да, 100%. И ест, и пьет. Ну ничего, у Кариночки все будет хорошо. Ничего не поделаешь. Будем отдыхать вдвоем, да? Вообще-то втроем. Или ты не едешь? Thank you.
сломала! Ты понимаешь, ты разбила! Держи! Тебе лечиться надо, Калинина! А тебе искать, где ночевать! Стоякин! Вот! Да найду, найду, не беспокойся! Привет соседям. Ячейка общества трещит по швам, да? Не спрашивай лучше. Бую! Ты что вообще сдурела? Ты что сделал-то? Так это что же его был? Так это я подарила. Можно было продать? Ну, извини. Исчезни. И ты исчезни, понял, Стоякин? Навсегда таксист! Мам, так давай хоть колонку продадим. Ну, раз с ДПРом не вышло. Этот хлам никому не нужен. Кто заберет, тот заберет. Почему я тогда в окно не выкинула? Сань, иди домой, а? Ой, привет. Привет. А что ж вы в окошко тоже не выбросили? Еще один? Так я и говорю, дядь Боль. Брысь досматривать мультики. Пока, дядь Боль. Пока, Санек. Ну как ты? Лучше всех. Угу. Машина чуть не сбила, с работы уволили. Сашка болеет, 3 года жизни в унитаз. В общем, лучший день моей жизни. Жизнь бурлит? Да. Сама себе завидую. А ты как? Ну, сначала думал, что не очень, а сейчас вот вижу по-божески. Спасибо за поддержку. А, прорвемся. Умница, красавица. Мать-одиночка. Мечта олигарха. Да, не упусти свой шанс, поработай. Ну да. Милый, как тебе рыба? По-моему, просто супер. Спасибо, Вера. Это была очень вкусная доставка из итальянского ресторана. Ну, здоровье, милая. Мы с курьером старались. Прости, просто у нее такой возраст. Ну что ты горюшь? Оно тебе вундеркинд. До такого возраста еще 5 лет. Странно. Кариш звонит. Да, Кариш? Что? Да, не то зло, как счастливо. Ну давайте, пакуйте чемоданы. Ну все, пока-пока. Пока? Горюш, ну что, они едут? Они едут! Что, впервые в истории аппендицит прошел сам? Ну, а это был не аппендицит. Это гастрит. Ну да, он так разыгрался и вот отдавал. Странно. Гастрит болит гораздо выше. Как они могли перепутать? Горюш, ну вот такие вот доктора у нас, вот так их вот там учат. Чего ты копаешься? Главное, что они едут, и все. Хотелось бы верить. Игорь, ну тебе же русским языком сказали. Мы едем. Да никуда я не поеду. Ты с ума сошел? Ко мне с такими предложениями обращаться. Калинина, ну я же не прошу тебя родину продать, а просто съездить со мной на море. Бесплатно, на халяву. Ну и пару раз назвать меня там любимый, мой родной. Все. Слушай, любимый мой родной, иди ты знаешь куда? Эскорт-услуги по другому адресу. Какого черта ты ешь мои сосиски? Ну я с дороги, у меня холодильник пустой, ладно. Гастроном внизу 24 часа. Что, издеваешься, что ли? Ну дай мне хоть чай-то топить. Дом допьешь. Калинин, ну когда ты в последний раз была на море? Ну вот вспомни. В 6 классе, когда мы выиграли конкурс «Делами звена дружина сильна», да? Нет, я, конечно, ничего против не имею. Мелитополь в конце февраля чуден как никогда. Но надо как-то обновлять впечатление. Ладушка, ну Сашке надо бронхит подлечить. Ой, не стыдно. Ну, что не стыдно? Ну что не стыдно? Вы же с Олегом ему обещали. Ну, он мне все рассказал, мы же друзья. Саш! Саша! Где? А, ты здесь? Привет. Здорово. Скажи мне, друг мой, ты хочешь завтра полететь на море? Класс! А мама, она ведь летать боится. Ну, значит, поедем на машине. Какие проблемы? Никуда мы не поедем. А ты марш в постели, и нечего подслушивать взрослые разговоры. Мам! Давай, давай, слушай, давай. Ну, ты, видимо, не совсем понимаешь. 2 недели. В самом лучшем отеле Ялты. И в самой идиотской ситуации в мире я не буду никого из себя корчить. И обманывать какого-то мужа, какой-то Веры. Давай, Секундочку. Это что ж получается? Я каждый месяц, можно сказать, спасаю вас от голодной смерти. Ой, единственный спасите. Раз в жизни, когда я прошу мне помочь, что я взамен получаю? Нет, я, конечно, уйду сейчас, прямо сейчас уйду. Ну учти, Калина, если я сейчас уйду, ты больше ко мне никогда не обратишься. Уходить? Уходи. Я ухожу. Иди. Ладно, пожалуйста, ну я очень хочу поехать. Парамош, вот со мной эти штуки с 8 класса не работают. Ладно, я обещал, что ты поедешь уже. Так ты умнее будешь. Парамош, давай, давай, живи. Ну, Боже, ну что ты за человек такой? Давай, я тебя по-человечески прошу. Давай. Знаешь чего, Калинина? Чего?
тебя с твоей вот этой детской принципиальностью ни в 40, ни в 50 жизнь никогда не начнется. А, все сказал? Да. Да? Да я ж не бесплатно, Калинина! Я денег заплачу! Много денег! Я представляю, как все будет здорово. Ты своим водным стримом займешься. Класс. Кореша пускай с детьми нянчится. Ты знаешь, как она любит идти? А я дней 5 точно из спа лезать не буду. Скажи, пожалуйста, дорогая, а то, что ты хочешь наладить отношения со Светой, как-нибудь отразится на программе твоего отдыха? Конечно. Ну, мы сначала поссоримся, потом помиримся, потом опять поссоримся. В общем, не переживай за своих девочек. Ой, Кореша звонит. Да, Карина? Что значит не едете? Знаешь что, Карина? Держись. Что на этот раз? Все-таки перитонит. Почему ты не хочешь на море? Сынок, я очень-очень хочу на море, но я не могу согласиться на то, что предлагает дядя Боря. А ему не нужен один ребенок, ну, без жены. Сань, послушай меня. Есть такие вещи, на которые порядочный человек в любом возрасте не должен соглашаться, понимаешь? Никогда. Ну, не пора, муж. Я тебе сейчас... Парамош, ты... Здравствуй, Калинина. Я говорил, знаю, где ты живешь. А теперь запомни, сколько ты мне должна. 70 тысяч цветы – раз, 45 тысяч стеллаж – два и 10 тысяч моральный ущерб. А теперь спроси у этого человека, сколько ты должен заплатить ему, чтобы не сесть на 2 года тюрьмы. А ты что? Ну зачем? Ну отличная композиция была. Вот человек, а. Мам, смотри, море, мам, море. Ага, море. Калина, завязывай ты вот с этим вот это у-ху, море, у-ху, горы. Такое ощущение, что ты не на курорт едешь, а на похороны Уго Чавеса. Я вот не понимаю, что тебе так весело. Придумали какой-то бред с этой Кариной. Ты вообще себе представляешь, как это будет? Вот мы сейчас приедем, и что? Да ничего. Пару раз на ужин сходим, там, ну, может, на экскурсию разок. И все, дальше делаешь, что хочешь, с кем хочешь и где хочешь. Слава богу, муж, я не ревнивый. А ее муж? А ее муж объелся груш. Пам-бам-бам-бам. Борь, тебе не кажется, что это подло, а? Калина, любви все подлости покорны. Ты что, прям так любишь? Безумно. А она тебе? Больше жизни. Ромео и Джульетта, Шекспир. Ну, а чего мужу тогда не скажете? Слушай, Калинина, всему свое время. Ну, слава богу, а то я думала, твоя чокнутая соседка опять что-то выкинула, и вы едете обратно. Верусик, прости, пожалуйста, я сейчас громкую связь отключу. Борь, ты нормально? Ты что не сказал, что ты по громкой связи разговариваешь? Ну, я могу сказать только одно, что я безумно соскучился. Зань, давай приезжай уже быстрее. И? Что? Мы вас встретим, семейный ужин только в 7, поэтому у нас будет целых 4 часа. Ну, ты хоть немножечко соскучилась. Боря, пока. Так, докладываю. Приезжаем, нас встречают, заселяемся, и званый ужин ровно в 7. Ты что, с ума сошел? Что тебе опять не нравится, Калинина? А как ты себе это представляешь? Ну, как я себе представляю? Ну, сели, выпили, поговорили, как интеллигентные люди. Только о чем, Боря? Ну, как о чем? Ну, ты же историк. Ну, тебе поговорить, что ли, не о чем? Общение, Калинина, общение. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Оп! А как я отвечу на вопрос, Боря? Где мы познакомились? Как подружились? Где мы вместе бываем? Ходим мы в один фитнес-клуб? Или в разные? Или вообще не ходим? Или я хожу, а Верочка нет?
Или у нас есть традиция, Боря, по пятницам есть пиццу в Марио. А может быть, не по пятницам, а по средам? И когда, наконец, починит лифт в моем доме, которым Верочка постоянно застревает? Или она не лепила такую отмазу, когда у тебя задерживалась? Такого общения ты хочешь? Ну все, 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 я понял. Хорош, хватит, все. Борочка, ты соскучилась, я соскучилась. Верусик, у нас тут возникла маленькая проблемка. Мы про Карину, кроме того, что она твоя подруга, так толком ничего и не знаем. В смысле? Ну еще она твоя жена. Ребята, вы что, сами себе семейную жизнь придумать не можете? Это понятно, но она твоя лучшая подруга, а ты ее ни разу в жизни не видела. Ну, приедете, познакомимся, какие проблемы будут? Вера, ты не понимаешь. Мы сейчас приедем, а твой муж возьмет и спросит, а где вы познакомились, где подружились, в какой фитнес-клуб ходите или не ходите? Игорь, ты нормальный вообще? Я по телефону разговариваю. Карина, что, подъезжает уже? Да, в смысле нет. Ну, да, Карина, нет, не подъезжают. И что, на этот раз? Подагра? Да нет, заблудились где-то под Симферополем. Нет, ну дураки дураками, а? Ни карты, ни навигатора. Да, серьезно, давай помогу. Алло, Карина, здравствуйте. Муж Веры, кто Карину спрашивает, ответь что-нибудь. Алло, Карина. Алло, Карина. Алло? Здрасте, Карина, это Игорь, муж Веры. Ну что, где вы там заблудились? Дайте какой-нибудь ориентир. А мы заблудились? Да. Что, мы заблудились? Он спрашивает, заблудились мы или нет? Заблудились? Да, мы заблудились, скажу сейчас. А, да, мы заблудились, вот. Ну, мы заблудились, но... я сейчас дам лучше трубку моему мужу Борису, он объяснит. Это Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис, муж Карины. А это Игорь, муж Веры. Так куда вы там заехали? Вы знаете, мы уже въехали, просто девочки не так поняли, поэтому мы скоро будем. А, понятно. Они скоро будут, это вы что-то не поняли. Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис. А это Вера, подруга Карины. Вы не могли бы мне ее дать? Мы не доболтали. Спасибо. Одну минуточку. Вера, твоя подруга. Кто? Алло, Вера, это чокнутая соседка. Вы со мной хотели поговорить? Или все-таки с Борисом? С Борисом. Это Вера, твоя любовница. Да, Верусик, слушаю тебя. Боря, ты что тупишь? Нафига мне твоя соседка? Я с тобой хотела поговорить. Слушай, я думал, ты ей хотела про Карину рассказать. Ага, приму же ей по телефону. Ты думаешь, нафига я наплела, что вы заблудились? А я не врубился сразу-то. Видимо, дорога вымотала, ты понимаешь? Так, короче, приезжайте, я жду вас на ресепшене. Слушаюсь, моя белая госпожа. Они будут часа через два, через три. Можете спокойно еще полчасика покататься на банане. Так, ребят, вообще-то Карин с ребенком приезжает, у нас подарка нет. Ну, нехорошо как-то. Давайте, езжайте в город и купите куклу. А я на массаж. Все, пока. Будьте мои слюдки. Деловая колбаса. Свет. Ну, я в хорошем смысле этого слова. Со мной. Теперь ты понимаешь, чего чуть не отказалась? Сезам, откройся. Что, Карина? Мелитополь померк? Да. А чем же здесь номера? Твой обморок в программу мероприятия не входит. За мной. Добрый день. Здравствуйте. У нас должна быть бронь на фамилию Парамонов. Одну секунду. Саш, ты нормальный человек, что ты делаешь? Извините. Апартаменты. Все верно? Да. Ваши паспорта, пожалуйста. Ладно, паспорт давай. Ну, здравствуйте. Верочек. Какой тебе нафиг Верунчик? Мы даже не знакомы. Это она? Да. Угу. Гариша, дорогая, здравствуй. Боже мой, а это твой муж, да? Какой симпатичный человек. Ну, пойдемте, расскажите, как доехали. Пойдемте. Ну, как дела, солнышко? Все хорошо, да? Боря, и вот так вот, по-твоему, выглядит элитный астролог, да? Я астролог? Она астролог? Кто астролог? Карина, вип-астролог. У нее клиентура по всей Европе. Я же тебе говорила. А когда ты мне говорила? Вы что-то меня втянули в Парамонов? Подождите. А кто такая Карина? Саша. Я понимаю, что у тебя склероз. Я понимаю. Ну, я тут при чем, а? Слушайте, ребята, давайте закруглимся, пока не поздно. Ну, какой из меня к черту астролог? Ну, еще и вип. Ну, нет, ну, вип-то, да, конечно, не очень. Ну, может, она просто астролог. Я уже сказала мужу, что она элитный астролог, прилетела из Рима. Боря. Да нет, нет, это я прилетел из Рима, Веруч. Да ты и есть Карина, идиот. Дядь Борь, так это ты, Карина. Саш, подожди, ты... Я в шоке. Быстро!
Доброе утро. Доброе. Я такси заказывал. Уже ждет. О, благодарю. Так что мы ей подарим? Так я думал, ты придумаешь. А почему я должна придумать? Ну, ты же девочка, ты же должна знать, что... А что сейчас было, а? Это был мой муж с дочкой. Чего не так рано? Я же им сказала на банане поплавать. Дядь Боря, я тоже хочу на банане поплавать. Саш, не на банана сейчас, но... Ну, дядь Боря, нормально вообще. Дядь Боря, какой дядь Боря? Какая Лада? У нас до ужина 4 часа. Вы хотите прямо там спалиться? Можно вас на секунду? Да. Так, давайте заселять и репетировать, чтобы никаких дядь Боря и Лада. Ясно? Поняли? Все поняли? Так, я займусь подругой. Мам, ты куда? Побудь с дядей, папой. Боря, дай кредитку. А зачем? В зубах ковыряться, давай. Мы все пойдем. Добро пожаловать в Пальмиру Палас. Надеюсь, ваш отдых будет незабываемым. Здрасте. 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 Ваш номер 652. Так, нам маникюр, педикюр, стрижку, укладку, пилинг. И все остальное. Хорошо. Ты меня прости за чокнутую соседку. Я иногда ляпаю, не глядя. Я приняла. Карточку, пожалуйста. Заходи. Вау. Ну? Смотри. Нравится? Класс. Прыгай давай. Значит так, Санек, слушай меня очень внимательно. С сегодняшнего дня и до самого отъезда мы делаем вид, что мы семья. То есть ты называешь меня не дядя Боря, а папа. Договорились? А почему мы будем делать вид, что мы семья? Ну, как для чего? Ну, потому что так надо. А для чего надо? Потому что нас не выселили. Понимаешь, это очень семейный отель. Здесь жесткие правила, понимаешь? Вам приходится выкручиваться. А почему я буду называть тебя папой? Саш, послушай, у тебя совесть есть вообще, в конце концов? Ну, почему ты называл меня папой, когда нас с Калинина вызывали директору твоей школы? Ну, потому что ей неудобно, что я расту без отца. Ну вот, а мне неудобно, что я расту без семьи. Мне 36 лет, ни дома, ни детей. Ну, мне перед друзьями стыдно, понимаешь? А почему ты назвал маму Кариной? Ну, потому что я должен был поехать со своей одной знакомой Кариной, а она в самый последний момент отказалась, а я всем своим друзьям уже сказал, что мою жену зовут Карина. Да, ясно. Заврался. Ну, типа того. А почему? Да покачину! Хватит задавать лишние вопросы, Саша. Просто называй меня папой. Все, понял? Планшет. Не понял. Ты очень крутой астролог, у тебя офис на чистых прудах, клинтур за рубежом. Ты предсказала отставку Сердюкову, падение метеорита в Челябинске и рождение дочки Туркурова. Ты серьезно сейчас говоришь? Я уже наплела это мужу, придется придерживаться легенды. Понятно. Что ты еще наплела мужу? Ты 5 лет жила в Тибете, я гуру в йоге, вегетарианка, сыроед, муж. Это все? Умная, образованная, знаешь 7 языков, теперь все. Мне их как? К ужину выучить? Я, может, вообще мастер спорта по легкой атлетике или разговариваю на языке дельфинов? О, про дельфинов я, по-моему, говорила. Хотя фигня, скажу, перепутал. Закрепим. А я говорю, планшет. Саш, ты что, опух, что ли? Какой планшет? У тебя совесть есть вообще? Есть. Нет, интересное кино получается. Приехал на море, за мой счет и еще шантажирует меня. Вообще-то совесть, дядь Борь. Если есть возможность рубить бабло, то надо рубить по полной. Да какая же сволочь тебе сказал? Ты. Забыл, что ли? Да. Ну ладно, ну допустим, но планшет, Саша, это дорого, это очень дорого. Тут работы максимум велосипед. Пускай тебя официанты за велосипед папой называют, а мне нужен планшет. Ладно, если все пойдет нормально, будет тебе планшет дома на Новый год. Здесь и сейчас. И на Новый год велик. Не наглей. Мы познакомились полгода назад на фитнесе, вместе ходили на латино. Когда у меня сломалась машина, ты 2 раза подвозил меня домой. Потом мы встретились на шопинге, провели там целый день, подружились. Ты это все только что придумала? Это реальное знакомство с Борисом. Борисик ходил на латино? Это сильно. Да он там баб клеил. Значит так, мы с Борисом встречаем... Мы с тобой встречаемся 2-3 раза в неделю, часто созваниваемся, ага. А иногда ты имеешь наглость звонить мне по ночам. Ну, так как часто бываешь в Европе и забываешь о разнице во времени. Понятно, я тебе нибудь еще и пьяная звоню. По ночам, да. Так, у тебя есть собака Чау-Чау, которая 1 раз укусила меня за зад. У Бури нет собаки Чау-Чау. Есть. Парамонов, Парамонов. Значит так,
велик на Новый год. Согласен? А сейчас радиоуправляемый вертолет. Планшет. Футбольную форму Барселона, фирменную из Испании. Планшет. Ладно, не хочешь, как хочешь, но только сейчас. Учти, я звоню твоей матери и рассказываю ей, как ты меня здесь шантажируешь. Давай хотя бы PlayStation 4. Третий. И 10 дисков. 5. Ну, мы же вместе гонять будем, блин. Пап. Папулич. Ладно, будет тебе PlayStation 3, заметано. Кстати, молодец, сынок, хорошо торговался. Твоя школа. Хотя, честно, я бы на планшет согласился. А я бы на вертолет. Так, сыроед, Тибет, астролог. Ну что, на первое время должно хватить. Просто у твоего мужа закончились деньги. Кстати, о муже. Я с ним лично не знакома. Знаю, что у вас идеальный брак. У вас девочка, мечтаете о мальчике. У нас мальчик. Значит, у вас мальчик, мечтаете о девочке. Как мальчик? Подожди, я, по-моему, уже сказала, что у вас девочка. Ничего, скажешь, что перепутала. А, ну да. А кто у тебя муж? Банкир, трудоголик. Кроме как о деньгах больше вообще ни о чем не думает. Ну, это неплохо. Ты давай иду заканчивай, я тоже пойду марафет наводить. А, кстати. Как тебе? Вот это мне больше всего понравилось. Это я себе купила. Давно твой муж мне подарков не делал. Давай, милый, увидимся. Папа, где наша мама? Или она пока все твои деньги не потратит, не вернется? Я сам терзаюсь этим вопросом. Ты выбрал что-нибудь? Да, я буду лобстера в трюфельном соусе с миксом белой и зеленой спаржи. Я сам тебе выберу. Эзотерика. Слушай, да тебя не узнать вообще. Ну что, дорогой, просто реснички подкрасила. Ма, ты похожа на Маргариту Алексеевну. Спасибо, сынок, за комплимент. А кто такая Маргарита Алексеевна? Это психолог из нашей школы. Она секси. Слушай, Калинина, ты выглядишь просто перфектно. Ой. Много потратили? Твой обморок в программу мероприятий не входит. Угу. Ну, где наши Рокфеллеры? Или мы как, одни ужины? Нет, не одни. Ну, мы просто раньше пришли. Сейчас они придут. Спокойно. Я в туалет хочу. Ты раньше мог мне об этом сказать, Саша? Папуля. Папуля, молодец. За папулю хвалю. Пойдем, я тебя отведу, сынуля. Пошли. Боря, я одна не останусь, я с вами. Нет, ты слушай, слышала, куда мы сейчас идем, Калинина? Спокойно возвращайся за стол. Что-нибудь заказываем, да? Лобстера не заказывали. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы? Здрасте. Нет, я не понимаю, как вообще такое могло случиться? Или вы меня преследуете? Вы ненормальны? С какой-то статьи я вас буду преследовать. Кто вы такой? Интересно знать. Так, ладно. Кажется, я догадываюсь, к чему идет наша милая беседа. Да. Поэтому давайте остановимся на этом. Да, кстати, извините, вам придется пересесть. Почему? Этот столик заказан, я тут ужинаю с друзьями и семьей. У вас есть и то, и другое. Это удивительно при ваших-то манерах. Но этот столик заказан. Здесь ужинаю я. С моим мужем и моими друзьями. А у вас есть муж? Представьте себе. Неожиданно. Да, вот так вот. Я-то был уверен, что с такой, как вы, ни один нормальный человек не выживет. А вот и мы, дорогая. У тебя все в порядке? Нет, дорогой. Вот этот мужчина говорит, что столик заказан, и нам говорят присесть, представляешь? Это Мариночка, дорогая! Свечка, садись. Ну, наконец-то приехала моя поверка любимая. Прекрасно выглядишь. Я с вами уже познакомились. Ну, как тебе мой Игорюша, а? Борис, очень приятно. Игорь, очень приятно. Очень приятно. У меня нет слов. Борис, приятно. Да, я Борис, здравствуйте. А вы, должно быть, Вера, да? Очень приятно. Мне Карина столько о вас рассказывала. Хорошего и разного. Очень рад. Очень. Игорюш. Привет, я Света. Саша. А почему ты не девочка? Сложный вопрос. Вер, ты же говорила, что у тети Карины девочка. А это же я опять что-то напутала, да? А мне кореш говорит, Сашенька, ну я и подумала, что девочка. А Сашенька-то оказывается... Мальчик. А мальчик? А я мальчик. Просто все время девочку хотел. Ну, прости, тогда это тебе. Кукла, Саш, не переживай. Я играть буду. Подумаешь.
подарок с юмором. Ну что ж мы стоим? Может быть, выпьем шампанского? Друзья, знаете что, давайте-ка лучше выпьем за наше знакомство. Я думаю, что отдых у нас будет незабываемый, да? Мы не можем!